Не откровенен. Я казах. Конечно, я забочусь о будущем казахской нации. Что с ней будет в будущем? Она останется нацией, она будет иметь будущее только вместе с Россией. Я в этом убежден. Экономически выживем, а вот стратегически, политически, на далекое будущее, ради наших детей и внуков, да, мы состояться, казахи как нация, как казахское государство, не может без единения с Россией, с русским народом. Я верю, что будет Россия единая, целая, сильная государственностью, демократическая. С этой Россией будет и Казахстан. Чтобы не допустить развала союза и партии, мы предлагаем незамедлительно решить вопрос о суверенитете республик. Если новый союзный договор не будет принят в рамках нынешнего года, нам кажется, что судьба страны станет непредсказуемой. Нурсултан Назарбаев назвал пережитком средневековья любые межгосударственные образования по национально-этническому признаку. Ну, вы знаете, как Казахстан всегда стоял за сохранение союза. Я бьюсь сейчас над тем, чтобы быстрее союзный договор подписать. Вот только приехали сейчас, вот это Нога Агарева. Вот это 9 республик, это я инициативу проявлял постоянно. Не хотят другие подписывать, не надо. То, что есть, это основа, костяк, а мы посмотрим, как они без нас будут жить. И это Прибалтика, и Грузия, посмотрим мы, на каких апельсинах они будут жить. И ведь весь хлебом-то полностью кормим мы. Создать государство советское, сохранить наше мощным. А кто не хочет, сюда до Аркана тянуть, ни Прибалтику, ни Грузию, мы еще посмотрим. Потому что, значит, столько товаров, кто в мире признает кого, мы еще посмотрим. Казахстан своего слова не сказал. И Казахстан сейчас является организатором союзного государства, единения. Вот я этим говорю.